В этом году администрации города и района направили силы на строительство и реконструкцию тротуаров. Не только центр приводится в порядок. Уже заасфальтирован тротуар на многих улицах нашего города. С каждым годом город динамично развивается, становится более удобным для жизни, уютным, благоустроенным, светлым. Благоустройство города – это не только его украшение. В первую очередь, это создание удобного для жизни населения пространства. В этом году тротуары ремонтируются по муниципальной целевой программе, которая предусматривает ремонт тротуаров с асфальтобетонным покрытием, частичную подсыпку нерудными материалами. Программа выполняется в период с 1 июня 2015 года по ноябрь также текущего года. Значит, выполняется она за счет средств местного бюджета. Планируется выполнить порядка 14-15 тысяч квадратных метров, что составляет 14 километров. На сегодняшний день уже завершены работы по ремонту тротуаров с асфальтобетонным покрытием с общей протяженностью 4,5 тысячи квадратных метров. На улице Победы от Ковтюха до Запорожской, улице Краснодарская от Кубанской до Красной, улице Запорожской от Безымянной до Пролетарской и ряда других. На данный момент ведется ремонт по улице Таманской. Безусловно, жители этих улиц очень рады таким позитивным переменам. День города. Будет у нас тут очень хорошо, красиво, порядок будет. Трава росла. Знаете, как мы тут за этой травою каждую травинку вырывали. Ну, спасибо, ребята. Все быстро так сделали. Благодарны всем. Я думаю, что очень хорошо стало. Дети будут ходить по тротуарам, не будут по дорогам бегать. И вообще, я рада очень, что у нас будет тротуар. Также в этом году планируется до ноября привести в порядок тротуары общей протяженности более 10 километров. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».